Смотрите, мои хорошие, наконец-то пошел снег. Сегодня 4 января 2020 года. Прилетела моя красотка. Подруга ее покормила. Смотрите на нее. Она как бройлер. Прекрасная. Фурия. Идет снежок. Видите? Плохо видно, потому что у меня здесь сетка. Еще и телефон почему-то не фокусируется. Очень красиво. Идет снежок. Надеюсь, выпадет побольше снега. И мы с вами пойдем погуляем по заснеженному Питеру. Хотя не холодно. Вот ее любимый голубок, который всех голубей отгоняет. Они прям как инь-янь. Вот она, вот он. Они все время вместе. Прилетает целая куча голубей, и он всех их отгоняет, чтобы она только кушала. Представляете? Сегодня 4 января. Праздники все еще. Вот новая картина. Написала моя подруга вчера. Смотрите, как красиво. Юлий Цезарь. Скрипят полы, как в старых домах. А вот медвежонок с сердечком. Вот так вот, мои хорошие. И идет наконец-то у нас в Питере снежок. Мои хорошие голубочки сидят, отдыхают. Такая сладкая парочка. Вот так вот, мои хорошие. Всем прекрасного дня. Выпадет снежок. Я пойду обязательно погуляю и поснимаю вам прекрасный Петербург. Снежок, видите? Волшебного дня вам. Пока-пока. Вот улетела она одна, осталась. Он прилетел снова. Как они смотрят друг на друга вообще? Это любовь. Мои хорошие. Пока.